становится больше, и вопрос безопасности становится одним из самых важных. И вопрос удобства, разумеется, потому что вы видите, что не только велосипедисты и пешеходы, еще есть немного автомобилей, они встречаются в центре города, поэтому вопрос создания специальной велосипедной инфраструктуры очень важен, и он стоит на повестке. Для нас эта тема не последняя, я надеюсь, что мы будем продолжать сотрудничество в этом направлении. И велосипедная инфраструктура со временем станет таким же обычным явлением для Новосибирска, каким когда-то для него стал общественный транспорт в виде трамвая. Если не знаете, он начал ходить ровно вот отсюда, там есть мемориальная табличка, вот, 80 лет назад. Надеюсь, не понадобится 80 лет для того, чтобы развить транспортную инфраструктуру велосипедного города. Спасибо, я желаю вам хорошей дискуссии.